Наверняка часть турелей можно как-то включить. У вас назначен сеанс.
Ошибка. Нужна корректировка ориентации. Ликвидаторы готовы. Пора нашим приятелям с ними познакомиться. Вот код от грузового отсека Б. Прежде чем открывать дверь, осмотритесь, сделайте мысленный снимок. Если в бою увидите дубликаты, убедитесь, что правильно выбрали цель. Не забудьте заполнить анкету для пациентов. Ваше мнение очень важно для нас. Хэк готов к бою. Надеюсь, медоператор работает. Он нам понадобится. Ради чего все это? Мы победили! Сомневался, что все получится. Но вышло неплохо. Проклято. Сейчас бы сигарету. Не буду, было круто. Я так не веселилась со времен ближневосточной эвакуации. Их было так много. Добавим, если что. Теперь мы закрепились и сможем держать оборону до бесконечности. Спасибо. Присылайте выживших. Мы их защитим. Я так и думал, что что-нибудь обязательно пойдет не так. Но настолько. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Диагностируем легкие ранения. С этим справится и портативная.
Стойте спокойно. Это займет пару секунд. Готово. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Морган, вы спасли наши задницы. Можете прогуляться и спасти еще кого-нибудь. Даже если мы умрем, это не закончится. Мы будем в их власти, как Енах и остальные. Сектор зачищен. Никто не движется. Нет признаков вражеской активности. Начинаю осмотр. Я думала, что мы умрем. Рани рассказала о том, что произошло в Дендрарии. Значит, прятаться негде. Отличная стрельба, я вам доложу. Все кончено. Кто-то еще остался. Да, очень смешно. Это не последние враги. Если нагрянут, мы будем готовы. Все чисто. Без происшествий.
Сеанс. Я думала, что мы умрем.
Я думала, что мы умрем. Если я умру, выброси меня из шлюза. Или сожги. Не дай им сделать меня одним из них. Шеф? Да. Что-то не так? Хочу поговорить с тобой о недавнем визите. Лейтнер, пианист. Шеф, если что-то было не так, я проверил график, расписание. Я старался, чтобы Игве не был таким. Игве, шеф, я даже сигареты для Лейтнера приготовил. Ты отлично поработал. Лейтнер тебя отметил. Получишь премию за этот цикл. Угостишь Николь ужином, идет? Да, шеф. Спасибо, шеф.
Морган, это Екатерина. Слушайте, кажется, мы можем обойти блокировку вашего брата. Вы получите доступ к основному лифту, шлюзам, но для этого нужно перезагрузить станцию. Да, всю целиком. Отключите питание с пульта управления основным реактором. Реактор вскоре перезапустится. По-другому никак. Высылаю вам код от реакторного отсека. Приближается оператор. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Завершено. Доступен новый псионный навык. Blah, blah, blah!
Вам, наверное, странно это слышать, но я восхищаюсь тем, что вы сделали. Вы не были обязаны помогать Элазару и ее людям в грузовом отсеке. Особенно учитывая... Учитывая, что вы собираетесь уничтожить станцию. Вы дали им надежду. Пусть и ненадолго.
Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Я знаю, вы не часто тут бывали, но... Я могу отслеживать вас по браслету и направлять.